Когда в Киеве произошел вооруженный переворот и к власти пришли фашисты, я решила для себя, что я не буду жить в этой стране. И стала искать единомышленников. Со 2 февраля я ходила на наш Луганский антимайдан. Я сама писала плакаты и с ними выходила. Я познакомилась с активистами. И 6 апреля мы все вместе были возле СБУ. Мы зашли в здание, мы остались работать на кухне. Я работала старшим поваром. И хочу сказать спасибо всем жителям Луганска, области, а также городу Краснодону, которые приносили и привозили нам очень много продуктов. Также я еще хочу сказать спасибо всем нашим жителям Луганска, которые приходили к СБУ, дежурили по ночам. Тяжелые дни они стояли живой цепью вокруг здания. И благодаря нашим жителям мы выстояли, мы удержались. И теперь у нас есть наша молодая республика без фашистов, без бандеровщины. И мы сохранили нашу православную церковь.